Einen Abt in Monte Carlo. Thank you.
У нас вот тоже в полку. Убитых мы хоронили. Уже за лопаты взялись, закапывать их стали. А я гляжу, у дружка моего щека. Вот Аркут. Живой? Господи. Достали его из могилы.
И в ППМ, в пункт первой медицинской помощи. Оттуда в госпиталь. И тоже вот, как у тебя, память ему отшибла. Ни отца не помнил, ни матери, ни дома родного. Не знаю, где он теперь. Не знаю. Господи, горе-то какое. На-ка, вот, поешь. Бери. Спасибо. Ешь, ешь. Как звать-то тебя? Да я не помню. В госпиталь назвали Денисом. Профессор делал запрос. Ну, где меня ранило, как звать. Все без толку. Как же ты теперь без памяти-то? Без роду, без племени. Жить-то как будешь? Работать ведь надо. Ну, я еду работать. В Холмск, на автобазу. Машин-то я вспомнил. Права дадут, шоферить буду. Вот, ну а пока грузчиком. Война. Чай, свинья. Волочка. Ты смотри. Ты живой. Ольга! Пойди сюда. Живой. Володенька! Господи, да неужто ты? Братик мой. Да, да ты чего? Братик мой. Ну, да пусти ты. Родненький, господи. Ты ой, господи. Вовка, да ты что? Не узнаешь меня? Это ж я, сестра твоя. Эх, шкура на огород, душа на полянку. Дайте Бог здоровья. Как же тебя, Володенька, на фронт-то замели? Да я не помню, Оля. А что у тебя с рукой? Да. Неужто не помнишь? Ты ж колол. Ладно, прошлое ворошить. Что было, былье поросло. Главное, машину не забыл. Теперь рванем. Для тебя чисто дело. Угнать пару машин, раз плюнуть. А? Что? Какие машины? Ну как какие? Ты ж вор. Это что же получается? Мы срок тянули, про тебя не гу-гу. Ты на воле гулял. А теперь завязать решил? Дурачком прикинулся. Заткни пасть, щербатый. Не слушай его. Не слушай. Заодно, значит, спелись. Зря. Я вас тогда из дерьма вытаскивал. Кормил, поил. Людей из вас делал. Так-то ты, Володенька, за добро платишь. О чем он, Оля? Он правду говорит. Если бы не он, не жить бы нам с тобой на этом свете. Ну-ка, сходи за пивом. Так ведь есть же. Иди за пивом.
Ты наш, Володенька. Весь с потрохами. И нет у тебя другой дороги. Ты был вором. И будешь им. Ты что, забыл? Так вспомни. Вход в закон руб. Выход два. Володька, ты что, дурак? Дурачок, не надо! Ты что, не надо. Все. Успокойся. Все. Был психом, психом и остался. Наешь? Для тебя мастерил, отдать не успел. Разошлись наши дорожки. Сколько же времени прошло, Володька? Как склад продуктовый брали. На улице Гоголя. Не помнишь? А Лёлька тогда еще на стрём стояла, а ты нас с машиной поджидал. Че ж тогда ночью-то слинял от нас, Володька? Ну че пристал? Не помнит он. Слинял ты тогда, Володя. Слинял. А нас на том самом продскладе вязанули. И по червонцу. А потом срок фронтом заменили. Чтобы кровью позор свой искупить. Вы воевали? А, как звери. Только с Рейхстагу. Крепко тебе, видать, Володя. Долбануло-то, а? И забыл ты, Володя, кто такой вор в законе. Забыл, что этот вор не воюет, а ворует. И что этот вор не работает, Володя. Никогда. Пусть другие на нас вкалывают. А мы хозяева жизни. Запомни это, Володя, мы воры. Баклажку. Возвращением, Володька. За твой фарт. Удачи тебе. Выпей, Володенька. Нельзя нам теперь терять друг друга. Прошу, Зиночка. Кому точить
Точить ножи, ножницы, бритвы править. Дядя Кирилл, а два профиля вы можете вырезать? А ну-ка, не гуляй. Не проспорила я. Нет, я не засмеялась, не засмеялась. Рыщ! Два раза, рыщ! Нечестно. Издеваться над тобой, ну да, можно. Барсика больше не Так. Кажется, все. Вы были последним. Распишитесь, если вас приедете пораньше. Хорошо. Денежки несут. Станция Березай. Папа, мне нельзя с тобой. Нельзя, доченька. Иди к маме. Бибит. Что тут?
все обгорело. Но летуны утверждают, что это их драндулет. Номера, конечно, поддельные. На заднем борту вмятины. Возможно, след от пули постового. Но главное, вот, гильзы. А, стреляли из шмайсеров. Такие же найдены на месте преступления. А угон видел один старик, художник. Да вы его знаете. Он профили вешает у кинотеатра. Допросили? Туда поехал Андрей Калашников. Один? А что? То, что молодой, опыта мало. Да ничего, пусть привыкает. Я был в банке. Там выдача денег откладывалась 3 раза. Еще позавчера сейфы были пустые. Ты знал об этом? И я не знал, а бандиты знали. Ну не могу я воровать, Оля. Ну не могу, пойми. Я тебя прошу, уговори Щербатова. Пусть найдет себе другого. А мы уедем куда-нибудь, Оля. Уедем? Ну, вот только расплатимся со Щербатым и уедем. Ну иначе же нельзя. Он нам как отец. Ты не помнишь? А было-то как? Страшно было. Ты из колонии, я девчонка сопливая. Щербатый нас полуживых подобрал. Неугодарными скотинами будем. Ну чего ты боишься? Всю жизнь воровал. Что с тобой? Ну, все же обошлось. А завтра пойдешь на свою автобазу. Получишь права, устроишься. А надо будет, мы тебя найдем. Оля. Зачем вам машины? Ну, как зачем? Кусать-то что-то надо? Продаем? Вилли, с военной машины. Кто ее купит? Делай свое дело, об остальном не беспокойся. Сначала я увидел красивую даму. Она вышла из машины с 2 летчиками в кино. Давайте-ка, ребят, зеркало, ты, стул. Помоги. Да, старался, Кирилл Сергеевич. Не посрами чести. Да куда? Потом в машину сел молодой человек. Не буду лгать, я ничего не заподозрил. Мороженое зарабатывает. Я художник, я смотрел на его лицо. Вы знаете, сейчас... После победы я вижу много счастливых лиц, а его лицо мучилось. Вы понимаете, что я хочу сказать? Оно было какое-то... А вы можете нарисовать это лицо? Попробую. А вы помните марку автомашины? Да, это был Виллис. Виллис. Слазь с мотоцикла! Живо! Не игрушка. Вот он. Я хотел подойти к нему, но он как-то так погладил машину и укатил. Потом вышли летчики, шум, гам. Вы сказали, что сделал? А, да. Погладил машину у руля и укатил. Вы подождите меня. Я покажу вам одну фотографию. Так, серьезно, у тебя, Андрей, версия. Вместе росли, воевали вместе, даже на мину напоролись. Да, все вместе. И что же получается?
Разведчик и бандит, убийца. Ну как это в голове-то уложить? Чушь какая-то. Чушь. Слушай, а может этот угонщик просто похож на твоего друга? Мало ли, бывает ведь. Хотя, если старик признал, у этого старика глаз, как у ястреба. В нашей школе в Крутом Яру Юра среди погибших. Фотография и надпись. Соснин Юрий Кузьмич, 25-го года рождения, пал смертью храбрых, 24 декабря 44 года. И указ наградить орденом Отечественной войны посмертно. Так что же он, из мертвых, что ли, восстал? Птица Феникс, понимаешь? Я его мертвым не видел. Не видел? Ребусы какие-то. Ладно. Ладно, допустим. Допустим, он выкарабкался, тоже остался жив, но в часть он не вернулся, что был ранен, контужен. Ну-ка, двигай-ка в лабораторию, пусть там выкадруют и размножат фотографию со Соснина. Будем объявлять в розыск. Есть. Хотя, погоди. Слушай, никогда не видал человека с 16 судимостями? Да нет, вообще-то. О, это надо видеть. Я уж месяц с ним вожусь. Колотов, давай, заходи. А, видал? Обрыдло все. Кости заржавели. Мне тысячи-то, а? Господи, сижу как крот, а? Не в ресторан, чтоб по-человечьи, не в бильярдную. Бильярд — глупая игра. В шашки играй. Да я волей дышать хочу. Ну, зачем я из лагеря рвал, а? Ну, чего я в тайге загибался? По миллиону возьмем и разбежимся. Тогда хоть на ушах ходи. А пока без звона. Ну-ну, Розензон, что ты, кошка, что ли? Нету кошки. Вот тоже судьба. 3 года оккупации. Жил у какого-то эсэсовца, наслушался всякой всячины. Теперь плохо по ночам спит. Нервы ни к черту. Прочли?
прочел? Плохое письмо, раздерганное, нервное. Я уж хотел ехать к нему, на автобазу. Но госпиталь его же не бросишь. А тут фотографию принесли для опознания. Не знаю, что думать. Не знаю. Сестры у него не было. Он же пишет, что встретил ее. Если это, конечно, Юрка Соснин. А почерк его? Видите? Способность писать, читать, кое-какие механические навыки к нему вернулись. Скажу даже больше. Ну-ну, Робинзон, идем-ка в клетку. Больше скажу. Юра видел во сне какую-то колокольню. Качели из тьмы в свет, из света во тьму. Девушку в белом берете. Качели? Вы знаете, у них в доме на притолке были такие крючья. Юрка к ним привязывал веревки и раскачивался, как на качелях. Из комнаты в сени, из сеней в комнату. А у него была до войны девушка? Была. Ира Алексеева из лесного техникума. Она носила белый берет? Носила. Вот видите? Но ведь сестры-то у него не было. Это он. Вы уверены? Он. Или меня пора сдавать на мыло. А ты что скажешь? Это Соснин, Юрка. Так. Ну, спасибо, Кирилл Сергеевич. Я пошел? Да. До свидания. Ну что ж, надо брать. Это он прошлое свое забыл. А как угнал машину, где к нему сели бандиты, куда он их отвез после ограбления, все помнит. Его возьмем, они лягут на дно и... Тогда ищи свищи. Товарищ полковник. А можно я подойду к нему? Иди. Огонька не найдется? Спасибо. Закуришь? Нет. Я многословно извиняюсь. Да ничего, ничего. Дела, дела. Иван Сергеевич. Да. Вы крутой яр грузы возите? Нет. Ну, а мимо по трассе ездите? Редко, но... У меня будет к вам просьба. Надо срочно сегодня, да прямо сейчас, принять на работу вот этого молодого человека. А завтра командировать его в крутой яр. С напарником. Хорошо. Ты говорил, эта девушка, Ира Алексеева, она что, до сих пор живет в крутом яру? Да. Вытаскивать надо парня. Может быть, прав, доктор, клин клином вышибают. Поедешь в крутой яр поездом.
всего тебе. Юмора не понял. Че тебе надо? Да нет, я... Ну и вали отсюда. Да я... Ты че, дурак, что ли? Ну, вали. Ладно. Пойду оформлять документы. А ты ешь, ешь. Бог, помощь! Че, опять спичек нет? А, опять. За этим приехал. Ну и жара сегодня. Спасу нет. На чего уставился? Давно тебя не видел, Юра Соснин. Пойдем. Пойдем. Я очень тебя прошу. Очень. Ира! Боже мой!
Да кто вы такая? Что? Как? Юра? Темно. Юрка! 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 Чего? Да куда ты меня привел? Сволочь. Ты что делаешь? Я же все видел. Ты же узнал ее. Ты... Сволочь ты! Я все объясню тебе потом, Ириша. Прости, что я не предупредил тебя. Нет, я не мог. Уйди. Оставь нас, ладно? Ладно. Уйди. Но Юрка болен, его контузило! Отпусти меня! Я прошу тебя. Отпусти! Ира, не надо. Юра! Пойдем, он был рад. Где мама? Я сегодня был возле нашего дома. Верный узнал меня. Он скулил, а в доме кто-то чужой. Слышишь, где мама? Она что? Андрей, она... Она же была такая молодая. А про отца ты помнишь? Мама писала, он погиб. А как ты меня нашел? Я работаю в милиции. Значит, ты все знаешь про меня. Не надо, не ходи. Уйди. Не ходи. Уйди. Я его никому не отдам. Извините. Да ничего. Он этого удара стоит. Он и большего стоит. Это Иван Барабанов по кличке Скула. Недавно бежал из лагеря, убил шофера, поменялся с ним одеждой, инсценировал аварию. Труп в рабочей спецовке сильно обгорел, пока разбирались, что к чему. Скула ушел. Да здесь он, здесь! Я так и думал. С орденом Красной Звезды гад ходит. Ну,
Говори, говори, Юра. Ну не замыкайся. Да не перегружай ты себя. Ну если Скула шофер, то почему он сам машины не угоняет? А зачем ему лишний риск? Гореть на мелочевке — это не для него. Они тебя нашли. Сестру тебе подсунули. Воруй. А попадешься, ну и хрен с тобой. Что ты о них знаешь? Ничего. Ты вообще для них пешка. Нуль. Я им глотки перегрызу. Вот этого не надо. Тут о другом надо подумать. Я не буду ничего от тебя скрывать. Пожалуй, единственный верный выход на банду Щербатова у нас через тебя. Но это дело опасное, и я... Они ведь опять тебе прикажут, воруй, если ты... Да я здоров. Если ты в этот момент свои нервишки... Да в порядке у меня нервы. Да уж. Ну я ж разведчиком был. Вот на это-то я и надеюсь. Слушаю вас. Овощная база? Нет, к сожалению, нет ни копейки. Можете жаловаться хоть самому наркому финансов, товарищу Звереву. Да. Если мы рассуждаем правильно, если кассир Обнорский, он же Елдышев, он же Гагин, он же Жбанюк по кличке Бриллиант, связан со Скулой, а в 39-м году он был с ним связан, они вместе шли по делу об ограблении сберкассы в Курске. Если они и теперь орудуют вместе, то цепочка должна замкнуться. И завтра Соснину прикажут угнать машину. Контакты будем фиксировать. Бриллианту незачем выходить на контакт. Ему достаточно звонка, записки в условленном месте. А вот Соснин, если они заметят наблюдение, то парень пропал. Единственный верный путь — взять банду в момент ограбления. Да. Архипов. А, Виктор Иванович. Все в силе? Да-да. А что смолкли? Почему молчу? Пот вытираю. Поездно. А вы как думали? Я ведь не Борис Бабочкин. Театральной науки не проходил. Ну ладно, уговор не забыли. Задание помню. Послезавтра почтовый вагон прибывает 14:03 местного времени. Нам везут 20 миллионов. Пока 20. Это очень важно. Нюанс понял. Пока 20 миллионов. Да, конечно, для нашего банка эти деньги кошкины слезы. Но все-таки. И, конечно, не одна душа. Да нет, нет, не беспокойтесь. Об этих деньгах будет знать только кассир Обнорский. Только он. Ну, с Богом. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. К черту. Да что ты? Больших детей в голову не бывает. Это они для чужих большие. А для матери всегда маленькие. Да. Уже 5-й год. Плохо Эр выговаривает. Просто беда. Ну,
Что скажешь, Алексей Павлович? Хорошее место. Хорошее. Есть где укрыться, блокировать легко. И снайперам удобно. Хоть с крыши бей, хоть и закон. Мотай на ус. Займешься снайперами. Слушаюсь. А главное, это единственный путь и для нашей машины. Для банковской. А, ну да, для банковской машины и для бандитской. Мы будем везти сюда Щербатова, как на веревочке. От самого вокзала. Здесь и возьмем. Да, здесь. Убьют Юрку. Да ты не каркай. Пригонит машину и убьют его. 20 миллионов им хватит, а свидетелей ни к чему. Ты вот что. Приготовь для угона опелек. Или вон БМВ вроде нашего. Чтоб туда не 20 миллионов, а от силы 3 влезло. Тогда Юрка им еще понадобится. Так, один штрих. Что ты за человек? Не будем. Пиво не так. Что за человек? Итальянский художник Мурильо. Очень хороший репродукция. Агаму абажур, агаму абажур. Абажур продам, продам абажур. Эй, молодой красивый, почем вас, а? Володенька. А Егор, здравствуй. Найдем, мамаша, найдем. Хороший. Ну, ну ладно. Не бойся, не бойся, я одна. Как долго? Я тоже соскучилась. А я вот стою, думаю, может сняться. Потом, Володенька, потом снимешься. Я его чуть не убила. Кого? Щербатова кого? Пасть разинул, денег нет, я ему говорю, сам рой землю, чё ты к малому лезешь? Ой. Устала я, Володенька. Погоди, погоди. Ну-ка. Ну-ка. О. Ты ж седой, Володенька. Ты знаешь, Оль, а я вспомнил. Кажется. Что вспомнил? Ну, как я тебе наколку делал. Возвращается, значит, память. Хорошо. Все. Хватит нам мучиться. Мы уедем. Великие Луки. А? У меня там товарка живет. Завтра только угонишь машину, и все, все, 12 часам. Ну, там автобус или дождь, четверти, побольше машину, повместительнее. И на то же место, как ехать, ты помнишь? Я завтра не могу. Плюнь. Но я работаю, Оля. Плюнь. Мы же уедем завтра. Великие Луки. Я еще Батову ничего не скажу. Пусть скулит.
20 миллионов на семерых. Лёлька, у тебя мозги молодые. Сколько лет будет-то, а? Тебе хватит. Все равно ж пропивать. Расставляй. А если не хватит? А? Ну вот давай рассудим. Ну кто бриллианта за хобот взял? Я. А кто за рулем сидит? Опять я. Кто следы заметает, а? Я дело дал. Я. Вы только на подхвате. А доли одинаковые? Да лапу бы без меня сосали. Если бы не я. Что? Или коронками золотыми в подворотнях торговали? Небось, набудержали, да? Когда в карателях. Дело, говоришь. Потолкуем. Царство ему небесное. Ну а кто ж теперь за баранку-то сядет? Володька, кто же еще? А правда? Че, мы зря Ваньку валяли, что ли? Пускай поработает. А после дела ты его куда? В колодец. И разбежимся. С такого куша и завязать не грех. Стой! Стой! Володенька! Здравствуй! Что случилось? Масть переменилась. Поехали. Какая масть? Знаешь, Володенька, все знаешь. Рули, я скажу, где свернуть. Ты что пригнал? Тебя же просили автобус или дочь? Не было автобуса. Мопель тоже с руками оторвут.
оторвут. Ладно. Я пошел. Оля, подожди. Там пудреница на полке. Копыта, захвати. Не бойся, не бойся. Это так, на всякий пожарный. Время-то тревожное. Да мне все равно. Я вот свое дело сделал. А ты знаешь, Оль, я все-таки сфотографировался. Витязем. В тигровой шкуре. Подаришь фотку. Поедешь с нами на дело. Хватит ходить обдергаем. По лимону нарыло. Годится? Вам с Ольгой два. Какие лимоны? Лимоны – это, по-моему, миллионы. Два часа работы – 2 миллиона. Только и всего. Такое раз в жизни бывает, Володенька. Ну, я не могу на дело. Я же не помню, как это. А без меня что, нельзя? Без меня сорвется все? Сорвется. Может, рискнуть, Оля? А? 2 миллиона, Оля, а что? Я договорился с комендантом. Тащите деньги в его комнату на 3-й этаж. А минут через 40 мы вернемся на автобусе и заберем остальное. Нельзя, господин. В обход. В обход попрошу. А черный... Вон там пройдите. Как взял, как скрутил. Берите билеты. Кто вошел, берите билеты. Получите. Возьмите билет. Следующая остановка Стекольный завод. Поосторожнее, девушка. Ой, извините. Вы, не отворачивайтесь, не отворачивайтесь. Иди домой, дед. Иди, голубь. Приготовиться. А сколько в нее загрузили? Мешков 5. Остальные другим рейсом. Твари.
погоди, погоди, погоди. Давай обгоняй. Узко тут. Ну, попробую. Жми в объезд. Дворами. Стой, Петрович! Володя, звони Архипову. Давай в эти ворота, мимо церкви. Архипов. Да. Да. Понял. В машине Соснин. Он сел за руль. Значит так. По водителю не стрелять. Когда они кинутся за деньгами, отсекайте их огнем. Давайте улицы и мост. Да, все по плану. Тормози. О, с легким паром. Заткнись. Нашли время мыться. До моста еще далеко? Да нет, Володенька. Моста перехватим. Минуточку. А, сейчас. Товарищ, товарищ, деньги будут после обеда. Вы из какой организации? Не будем нервничать. Жми, Володька, жми, два лимона твои. Вон они, вон они. Заглохли, что ли? Сейчас, сейчас заведем. Не стреляй!